Здравствуйте. Повышайте скоростной режим. Да ладно. Когда? Покажите. Все там. Нет, все здесь. Что покажите? Скоростной съемка? Режим, да. Она у нас прицеплена. Ну и чьи это проблемы? Ваши. Ошибаетесь, ваши. Какие мои проблемы? Я вам могу предоставить. Давайте. Номера. Давайте, покажите, я посмотрю. Вон, пройдите, посмотрите. Я идти? Нет, что вы, давайте, принесите. Я же тоже... Ну, не, что вы? Не говорю, покажите свои номера, снимайте, приносите ко мне. Не, ну это уж... Вот это точно делать никто не будет. Почему? Ну, мне не надо. И мне не надо. Нарушаете вы, не я. А что я нарушил, покажите? Скоростной режим. И на сколько? Там знаки 40, а у вас 71 километр на 30 километров в час. 30. Да, ну что, не, я так не могу. Почему? Ну, потому что она столько не едет. А сколько же она едет? Ну, максимум 60. А вас как зовут? Ну, какая вам разница? Как какая разница? Чтобы пообщаться. Ну, зовут меня Андрей. По отчеству? Валерьевич. Андрей Валерьевич. Слушай, остановитесь. Езжайте дальше. Вот, чтобы с вами так дети общаться. Что я могу вам еще пожелать? Вы знаете, я вас прекрасно понимаю. Но поделать ничего не могу. До свидания. До свидания. Не удалось.